Всем привет, друзья! Сегодня пройдем начальный курс обучения Warhammer Штурмовик. Ссылочка на данную игру, на скачивание, на регистрацию будет под видео на канале. Проходите по ссылке. Добро пожаловать во вторую часть начального скачивайте, курса регистрируйтесь. Обучения. Здесь вы узнаете о том, как и чем можно штурмовать наземную технику. Сейчас вы управляете штурмовиком. Штурмовики предназначены для поддержки сухопутных войск. Они часто вооружены легкими бомбами, неуправляемыми ракетами и пушками для поражения наземных целей. Долетите до отмеченной точки маршрута. Форсаж. Что-то не работает форсаж. Красота. Истребители-штурмовик могут нести бомбы и сбрасывать их в пикировании для поражения наземной техники. Бомбовый прицел показывает, куда упадут сброшенные бомбы. Чтобы попасть в цель, нужно, чтобы она оказалась ровно в центре прицела. Цель поражена. Теперь вам нужно отвернуть от земли. Чтобы быстро сменить курс самолета, подведите курсор к краю экрана и удерживайте его там, пока самолет не окончит маневр. Обратите внимание, что ваш самолет также несет несколько неуправляемых ракет. Так как у ракет низкая точность, выпускать лучше сразу несколько. Уничтожьте грузовики при помощи пулеметов, бомб или ракет. Все цели уничтожены. Победа! Так, ребята, прошли, значит, мой курс обучения «Штурмовик». Подписывайтесь на канал. Ссылка на данную игру, на регистрацию и на скачивание будет под видео на канале. Скачивайте. Полетаем. Игра работает по сети. Можно с друзьями гонять, устраивать тут воздушные бои, танковые всякие баталии. Так что скачивайте. Всем удачи, пока-пока.